Во-первых, я с удовольствием побывал в Омске. Это как бы уже многого стоит. Мне очень понравился Омск. У вас очень красивый центр города. Мы уже там погуляли один раз, второй раз, третий. На самом DevFest'е, что мне очень понравилось. Во-первых, я наконец-таки лично познакомился, собственно говоря, с Алексеем Гладковым, с Алексеем, организатором DevFest'а, с Романом из ОМП. Поэтому как бы общение вообще супер. Тусовка айтишная классная, и вот ребята из Омска тоже все дружелюбные, все общаемся из одного бара в другой бар, прям вообще очень круто.